Я рад вас всех приветствовать, друзья. И сегодня мы с вами будем разбирать интересную колясочку. Вообще с этим брендом я не взаимодействовал никогда, нигде, не обращал внимания, не видел, не слышал ничего. Вот. Но клиенты First Buggy, первой коляски, достаточно часто интересовались этим брендом. Есть ли у вас Carella? Ну и, соответственно, вот добро пожаловать. Теперь у нас в магазине First Buggy есть Carella. И, мягко говоря, я был очень приятно впечатлен этим брендом, потому что я вообще ничего не слышал до этого, не знал ни страну производителя, ничего, а это, друзья, Россия, если что. И о качестве, и, соответственно, я тоже ничего не знал. И увидев этот бренд, пощупав, посмотрел модельный ряд, я, мягко говоря, очень был впечатлен качеством и то, что я... Вижу, щупаю. Это очень крутые коляски на самом деле. Вот. И достойны внимания, друзья. Поэтому вот Ultima сегодня мы с вами будем разбирать. Цвет у нас сейчас Cool Grey, по-моему, называется. Да, Cool Grey. Вот. Комплектация 2 в 1. Это такой всесезонник, вседорожник. Что-то свет у нас моргнул. Всесезонник, вседорожник своего рода. И что мы получаем? В двух словах технические характеристики сейчас вам назову. Базовые. Полные будут по ссылке внизу в описании. Вес с люлькой 13,5 кг. На самом деле не самая легкая коляска, но оно того здесь вот реально стоит. Вес с прогулочным блоком, до него дойдем, 13,2. Спинка в прогулке, кстати, хороший диапазон, 120-170 имеет. Возраст, ну, до 5 лет, это стандартно все пишут, потому что 22 кг выдерживает колясочка, 60 сантиметров колесная база, ширина, вполне в любой лифт вы везде проедете. Люлька здесь, друзья, просто каких-то гигантских размеров, 78 на 37. Сюда можно взять вот такой вот здоровенный меховой конверт на цельной шкуре. Ребенка еще в пуховик и в конверт, и все это еще место останется по бокам. В общем, место навалом. Вот, так, 22 килограмма выдерживает, я вам сказал. Так, здесь еще, кстати, идут адаптеры. Так, высоты люльки, сумка, дождевик, москитка. В общем, комплектация хорошая, очень хорошая. В принципе, по большому счету, вам глобально ничего докупать не нужно. По-моему, здесь нет подстаканника. Да, подстаканника я тут не припомню. Вот, что можно купить отдельно, опять же, в First Buggy магазине. И, соответственно, у вас все необходимое будет сразу. Давайте начнем обзор с люлечки. Сверху вниз будем идти. И сразу же хочу обратить ваше внимание на размер козырька. Козырек реально очень большой. Вот эта вот секция, друзья, она закрывается. Я ее открыл сейчас на максимум, чтобы вам показать. И идет он дальше внахлёст. Есть ручка с эко-кожи, все красивенько, чтобы можно было переносить. Но переносить нужно будет вот в этом положении. Вот, и накидочка у нас идет на ножки у ребенка очень большим бортом, друзья, с очень большим. Смотрите. Я вам сейчас наружу вытащил. Там вот такой зазорчик остается. Есть также смотровое окошечко. Все на магнитиках фиксируется. В общем, ребенка в лютую зиму можно спрятать очень-очень хорошо, друзья. Давайте проверим, что у нас здесь с москиточкой. Да, москиточка тоже есть. Открываем летом, если надо. Все, можно проветривать. В общем, козырек шикарный. И сразу хочу сказать, друзья, про ткани, потому что я его трогаю. Ткань действительно приятный, мягкий, хороший, качественный материал. А что касается вот цвета рамы, здесь видите, в данном исполнении, я не знаю, знаете, как ртуть, наверное. Ну, очень прикольно смотрится. Вот она не выглядит дешевой вообще. Но она, в смысле, и не дешевая, друзья. Это не копеечная коляска. Она стоит, естественно, денежек. Накидочка вот эта толстенная, прям очень толстая, мягкая накидка. И давайте с вами я вам заглянем внутрь, покажу, что она внутри себя представляет. Очень большое пространство, очень приятные материалы. Матрасик здесь толстенный, очень толстенький. Также у нас есть возможность полу посадить ребеночка, поднять спиночку.
В общем, максимально упакованная колясочка. И еще что мне нравится. Сейчас этот тренд пошел у многих брендов. Вот смотрите, я сейчас чуть-чуть посадил, как бы ребеночка. Вот здесь можно вот эту часть тоже открывать. Там тоже москиточка, все на магнитиках, если что. И летом у ребенка, во-первых, если на животике лежит, обзор хороший и вентиляция дополнительная. В общем, люлька 100-бальная. Не знаю, что здесь еще сказать. Шикарная люлечка. Поднимаем. И кнопки с памятью я нажал, и все сработало. Высокие очень ножки можно смело ставить на землю. Так, теперь давайте посмотрим на прогулочный блок. Опа. Убираем отсюда адаптеры для люльки, которые мы ставили. Вот так вот. И ставим с вами прогулочный блок. Блок, друзья, реверсивный, само собой, и по ходу ставится, и против хода ставится. В комплекте также идет накидка на ножки с высоким тоже бортиком. Она, опять же, очень толстая и непродуваемая. В общем, она заряжена максимально. Для ребенка в плохую погоду можно все устроить там в Ташкент. И крепится на кнопках, не на липучках, ничего никуда не улетит. Опа. Вот, смотрим на прогулочный блок. Что здесь с козырьком? Давайте проверим. Дополнительную секцию открываем. Все, он достаточно большой. Смотровое окошко на магнитике. Все, крышечка фиксируется, все здорово. Давайте посмотрим угол наклона. 170 градусов сейчас. Подножка у нас регулируется, само собой. Что классно, здесь внизу сама ткань ВК-кожи, чтобы можно было легко почистить. Все хорошо. Козырек у нас полностью бесшумный. Вообще никаких звуков практически не издает. Давайте проверим, откидывается ли как калиточка у нас... Бампер, все откидывается, все хорошо. Он также ВК-кожа обит, как и ручки. Все, все здорово, все нормально. Козырек. И поднимаем наверх. И давайте посмотрим на 120 градусов. Вот. Это не какая-то там под 90 капитанская посадка, но близко к тому. Когда вот полностью 90, во-первых, таких я не видел, колясок под 90, но близко к этому есть. Лучше все-таки, чтобы чуть-чуть была спинка завалена назад, чуть-чуть, чтобы позвоночник не напрягался у ребеночка. У нас здесь, видите, здесь такой подголовник такой, ярко выраженный, боковые стеночки. Все мягенько, все хорошо. В общем, и прогулочный блок тоже вопросов у меня не вызывает. Так, давайте посмотрим на сумочку. Если не ошибаюсь, это был рюкзак. Да, рюкзачок. Сейчас сумки уже как бы, ну, такое, типа, не модное. И все любят у нас рюкзачки. Ну, а реально, одел, да пошел. А сумка, что с ней делать? Так, ну, здесь лежит комплектация, которую я вам называл. Москиточки, дождевичок, куча отсеков разных. В общем, все необходимое вы сюда положите. Спереди кармашек. И вот как рюкзак можно, собственно, одеть. Так, давайте посмотрим на ручку. Ручка здесь телескопическая, регулируется у нас в широком диапазоне. Я 186 рост, можете вот понять, как будет приблизительно вам, проецируйте. И под любой рост подгоните высоту. Плюс еще вот рама унесена немножко наверх, чтобы вы при активной быстрой ходьбе не пинали. Плюс еще ручка телескопическая, вы даже с двухметровым ростом не достанете на самом деле до рамы, это точно. Так, давайте посмотрим на шасси, что оно из себя представляет. Колеса, друзья, просто резина, спереди тоже. И сразу хочу заметить, она очень мягкая коляска. Она прям реально вот мягенькая, я даже не ожидал. Подобного рода коляски, они обычно чуть-чуть пожестче. Здесь прям все хорошо, видите, вентилируемый каркас. Все нормально, так регулируется вот таким образом. А здесь, кстати, можно высоту ремешков и непосредственно козырька менять с помощью вот этой ручки. Опускать, поднимать. Вот эта вот тема шикарная просто. Ничего не нужно перевязывать. Супер. Так, что касается багажника, друзья, отличный. Вот так вот фиксируем.
И вот так открываем. Доступ нормальный. Не самый большой доступ, но он есть. И, в принципе, его хватает. Жесткое дно, он не провисает. Клиренс хороший. Все классно. Тормоз у нас сверху нажимаем, блокируем. И снизу ковыряем, разблокируем. Вот это мне не нравится. Ну, слушайте, должно быть что-то не так. Хоть что-то. Так, передние колеса, естественно, с возможностью блокировки, это по умолчанию, тоже мягенько, все хорошо. И диаметр колес, друзья, посмотрите, он большой. Вы реально по любым дорогам, в принципе, везде будете спокойно проезжать и горе не знать. Так, теперь давайте попробуем ее сложить. Как у нас это делается? Так. Так, складываем мы вместе с прогулочным блоком. Ручку можно задвинуть глубже до конца, чтобы было компактнее. Сразу же у нас есть хорошая, удобная ручка для транспортировки. В принципе, окей. Можно спокойно эксплуатировать. Открываем. Все, огонь. Так, друзья, пора заканчивать, подытожить. Вначале я уже хвалебную свою речь сказал о коляске. Я не знаю, что добавить. Я впечатлен. Я удивлен, что это еще и российская компания. Вот так сделать. И на самом деле, вот то, что качество мы сейчас получаем, ниже рынка. Вот конкурентов берем, вот которые прям максимально похожие по всем параметрам, она будет дешевле. Вот. Но как по мне, качество вот даже во многих местах, она получше своих конкурентов. Особенно вот плавность хода меня впечатлила. В общем, коляска огонь, друзья, очень рекомендую. И ссылки на нее будут внизу в описании. Вопросы остались, не стесняйтесь, задавайте. По мере возможности отвечу на них. А вам хорошего выбора желаю и удачи на дорогах. Пока.